Парни, всем привет. Вот по просьбе Артема сейчас сделаю видео по усилию сжатия пружин. Вот эта вот пружина, это от классики. Ее высота 52 мм. Но, сука, диаметр больше, чем наш. Следующая пружина от восьмерки. Вот. Она нормальная. Вот эта пружина уже идет от 406 движка. Эта пружина от впускного клапана. Эта пружина от выпускного клапана. Это вот эти две, это две наши пружины. Я уже предварительно свои пружины частично промерил. Результат неутешительный. Ну ладно, сейчас сделаю на паузу. Начну с наших пружин. Значит так. Это вот пружина выпускная наша. У нас должно минимум 24 от 24 килограмм идти. Здесь вот 26. Ну, в принципе, все остальные такие же. Сейчас впускную сделаю. Так, вот я сделал пружину впускную. Как видите, почти 14 килограмм. У нас минимум от 16 должно быть. Вот. Ну, сейчас пойдут наши отечественные. Так, это я вот поставил от восьмерки. Пружину вот уже показывает 20 килограмм. Уже лучше. Вот. Как-то так. Высота этой пружины 45 миллиметров. Вот, сейчас поставим от 406 движка. Значит так, вот это от 406 движка уже 22 килограмма. Вот, ее длина 46 миллиметров, то есть на 1 миллиметр побольше восьмерочного. Вот, как, вот так вот. Ну и сейчас поставлю от копейку длиной 52 миллиметра. В общем, как у нас по книге писали, номинальная длина 52 миллиметра. Посмотрим, сколько она нам покажет. Значит так, вот это вот уже копеечно, и у ней уже 26. Вот. Показывает. Почти под наш выпускной. Под наш выпускной. У нас выпускной минимум должен 24 и, по-моему, 28 максимум. То есть вот эта длина идеальная для наших пружин. Вот, то есть по книге. Я так понимаю, не зря они написали номинал. Должен быть 52. Если даже будет 48, я думаю, он будет попадать. Там или 50, 49, я думаю, он будет попадать в допуски в наши. Вот, ну давайте сейчас выставлю их, подведем итог по ним. Значит, подведем итог по всем этим экспериментам. Кстати, вот наши чашечки ложатся на эти вот пружины идеально. И они встают, они по размерам идентичны нашим вот этим двум. В общем, короче, хрен знает, что делать. Ну, я уже склоняюсь к нашим пружинам. Цена ихняя, вот у нас, вот этих двух пружин, 50 рублей. Одна штука. Эти, заразы, идут от 400 и выше одна. В общем, как-то так. На впуск я считаю, что можно ставить. Вот Азелковские, мне кажется, даже намного ловчее. На ней вы посмотрите, качество у нее такое, а вот наше какое-то непонятное. Вот это половчее, она пожестче будет. Ну, я вообще склоняюсь, наверное, буду думать, может быть, проставки сделаю под эти пружины и под выпускные клапана, короче, наверное, буду подгонять усилия. Мне кажется, это будет намного экономичнее. В общем, как-то так. Вот я сделал обзор, а выводы делайте сами. Я, грубо говоря, для себя уже сделал вывод. Ладно, всем пока.